Good boy. Хотите, так он и будет. Вот чему научите, то он и будет делать. Хотите, будет няней для детей, хотите, будет охотником, хотите, будет просто другом. Опа! Арест. Вершина лопнула. Не, он один проскакивал, а другой рванул вперед. Ого! Ёлка! Видели? Ля-ля-ля. Твою мать, глянь, овца. Это что такое? Да вот только что. Вот. Придурок, ну ты что? Я вообще что?
Ты слушаешь? Да, да. Странно. Симона, что случилось? Ничего. Потом поговорим. Хорошо. Ты куда ехал, блядь? Сегодня передача «Международная панорама». Неисправность какая-то. Не, может, он что-нибудь опрыскивает? Я ничего не отправил. Не, ну как? Не, ну это пиздец, нихуя, блядь, завеса, ебать нахуй. Я вообще не вижу, блядь, куда ехать. Он чем-то опрыскивает, походу. Да ну нахуй, это, блядь, дурачок, сука, какой-то, блядь, ебать, тулюсь, блядь. Да он-то едет нормально, смотри. Ну а что он газует так? У него на скорости, что ли, на первой, на второй? Опрыскивает он чем-то. Да нихуя у него, весь на аварийках, блядь, что-то у него нахуй, стоит НВД, что ли, блядь. Ветра нету, оно даже не расходит. Смотри, сука, пускает время от времени, блядь, завеса. Я говорю, чем так прыски, что-то, блядь, нет. Да нихуя у него что-то с мотором, блядь. Думаешь? Да. Хули бы он на аварийке отъехал. Причем это на второй или на первой скорости. На второй или на первой скорости, блядь. Смотри, он нахуй. Едет-то нормально. Дунет, что вообще даже не видно, куда ехать, блядь. Шикана. Да я тебе говорю, мужика, блядь. Я бабушке пиздатый сейчас. Задрочил, походу, машину, блядь.